Помимо того, что в этом году российской полиции исполняется 100 лет, юбилейную дату 55 лет отмечает и отдел Министерства внутренних дел по городу Новочебоксарск. Поздравить сотрудников органов внутренних дел на праздник прибыли глава города Олег Матвеев, глава администрации Ольга Чепрасова и другие официальные лица. Вместе с временно исполняющим обязанности начальника отдела Александром Алексеевым гости тепло поздравили сотрудников МВД, ветеранов службы и их семьи, отметив, что служба в органах внутренних дел всегда была, остается и будет одной из самых почетных и благородных профессий. Вы выполняете чрезвычайно сложную и опасную, но такую нужную и благородную миссию. Охраняете жизнь и благополучие граждан. Низкий поклон ветеранам, передающий свой богатый опыт молодежи, и всем сотрудникам органов внутренних дел за мужество и героизм. Желаю вам профессионального роста, успехов во всех ваших начинаниях, личного счастья. С праздником! Открыл праздник, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел России, капитан полиции Иван Самсон, который исполнил песню «Российская полиция» вместе с кадетами Новочебоксарского кадетского лицея. Продолжилось мероприятие торжественным награждением сотрудников отдела МВД по городу Новочебоксарск, где были присвоены специальные звания, объявлены благодарности и вручены медали за отличие в службе. Именно от наших сотрудников зависит спокойствие и уверенность в безопасности граждан. Днем и ночью наши сотрудники стоят на страже правопорядка, обеспечивая законные права граждан. Благодарю всех, кто несет службу в системе МВД России. Почетными грамотами героев праздника наградили и глава города Олег Матвеев, и глава администрации Ольга Чепрасова. Продолжился праздничный концерт яркими выступлениями творческих коллективов. Для сотрудников, ветеранов и их семей выступили народные ансамбли, вокальные и танцевальные студии. Наш девиз – честь, отвага и мужество. Наша цель – защитить от низко. С нами радость, запомни оружие. С нами Бог и российский народ. Елена Фирсова, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.